Одно из первых обнадеживающих заявлений за долгие месяцы борьбы с вирусом Эбола. Президент Либерии объявила, что не будет продлевать введенное в стране из-за лихорадки чрезвычайное положение. Это не означает, что борьба против вируса Эбола завершена. Мы исходим из наших оценок, а также суждений тех, с кем мы консультировались. Мы наблюдаем прогресс и продолжаем принимать разнообразные меры. Жертвами лихорадки в Либерии с марта стали почти 3000 человек. Именно здесь положение было наиболее тяжелым. Заявление президента сигнализирует, что ситуация в стране постепенно стабилизируется. Но пугающая статистика, опубликованная на днях Всемирной организации здравоохранения, говорит о том, что впереди у властей и медиков еще очень много работы. По данным ВОЗ, вирус Эбола унес с начала года жизни более 5000 человек. Заболевшими на данный момент считаются 14 тысяч. И если в Либерии и Гвинее есть признаки улучшения, то ситуация в Сьерра-Леоне по-прежнему остается весьма угрожающей.